Самый старый долгострой в городе Кадыкзане и вот в такой степени готовности находится. Каждый год, еще хотелось бы подметить, эта готовность снижается, потому что в 2014 году, когда стройку остановили, у нас была готовность дома на 78%. На данный момент уже говорят 55%. Соответственно, на следующий год, и когда они сейчас уже сдвинули у нас опять сроки с этого года на 2020 год, соответственно, в 2020 году, наверное, будет 30%, мы уже так думаем. Вот дети наши будут жить в таких условиях, раз наши власти считают, что мы недостойны своего жилья. Посмотрите. Мы так долго ждали этот дом. А 5 лет назад как прекратили строить дом, так все ветшает, рушится. Вот посмотрите, видите, что-то где-то отвалилось, что-то... По какой причине вот нас игнорируют? Высчитал, что в моей квартире окно открытое уже 2 года. Ну что там? Там все рушится. Если мы не делаем такие акции протеста, да, то абсолютно нас никто не слышит. Ходить по дверям, стучать, это уже надоело столько лет. Многие раньше даже собрания у нас проходили намного больше людей, но сейчас просто люди уже не верят, да, они уже не верят ни властям, ни словам, никаким, ни обещаниям, просто не верят. Просто говорят, это бесполезно.